соблюдать режим самоизоляции и почему? Да, очень. Почему? Для того, чтобы сохранить здоровье. Ну и вообще, на улице уже нежелательно маску делать. И одевают маску те, кто больные. Я не считаю себя больным, поэтому я без маски. Это прежде всего безопасность и своих близких, родных, и окружающих тебя людей. Потому что это обезопасит нас, сохранит нас, оставит нас здоровыми. Раз, обязательно соблюдаем. Да. Вот иду в магазин по большой необходимости. Маску одеваю в магазине, это когда я просто дышать мне не могу. Для того, чтобы не заболеть самому и не заболеть и врачей, нагрузочку меньше. Там мы смотрим телевизор, все это дело. Теме. Извините, я иду без, но один мой знакомый доктор сказал, ходить на улице в маске, это что все, что в стрингах на морозе. Считаю, чтобы предостеречь инфекцию. Считаете ли вы важным соблюдать режим самоизоляции и почему? Отвяжитесь. Обязательно. Ну, почему? Естественно, для меньшего распространения этого коронавируса. Я, вы на меня не смотрите, что я нарушила. Меня вызвали на работу, я работаю в ЖКХ. Вот ходим по вызовам, по аварийным заявкам после урагана. Где-то дерево свалило, где-то окно вылетело, рама. Поэтому мы вынуждены выходить. А так дома сидим безвылазно. Конечно, считаю. И мы изолируемся. Просто по делам сейчас на почту сходил, получил. А так сейчас дома, срочно. Не надо двигаться, надо как можно меньше. Я не знаю ответ на этот вопрос. Это Владимир Владимирович у нас определяется. Ну, а вы как считаете? Вот ваше... Ну, а как я могу считать? Я не специалист. Конечно. Ну, как, почему? Ну, мы же все нормальные люди. Так что обязательно надо. Чтобы не было у нас болезней таких больших. Надо слушаться. Обязательно. Как же? Ну, чтобы не было коронавируса, чтобы люди не болели. Так что надо соблюдать. Спасибо. Потому что в наше время это более актуальные вопросы. Чтобы не заболеть, выходим только по необходимости. Конечно, конечно нужно, конечно. Да. Ну, потому что... То, что чтобы самой не заболеть. Там... У нас все дети маленькие, вот, чтобы да. Детей не заразить. Не заразить, чтобы, да. Ну, от кого-то не подцепить что-то. Да. Важным считаем, мы соблюдаем, но когда надо заплатить кредит или еще что-то, мы выходим все-таки из дома. Ну, возможно, чтобы не распространять инфекцию. А сами вообще как день проводите? А как, когда работаешь? Каждый день. Поэтому никак. Считаете ли вы важным соблюдать режим самоизоляции? Обязательно, соблюдать капитально все. Почему? Для чего? Ну как, чтобы здоровье было хорошее. О, снимает, ну нормально. Ну конечно, просто необходимо в аптеку было сходить. Вот раз за неделю обычно. Не знаю. Конечно, чтобы не болеть. Почему? Конечно, надо соблюдать. Но только не всем доходит. Вот посмотришь, молодежь. Надо. А для чего? Почему? Ну, наверное, для нас и для будущих наших деток. Не, ну, неделю дома посидел на отпуске, у меня крыша поехала. Я без работы не могу. В принципе, аналогично. Соблюдать режим самоизоляции? Да, 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 спасибо. Потому что меньше распространения инфекции, но тут пришлось выйти. Конечно, считаю. Ну, во-первых, чтобы заразу не разносить. Ой. Заботиться о здоровье близких, окружающих тебя людей. Ну, так как у меня работа имеет и носит разрывной характер, приходится уезжать время от времени. Обязательно. Сохранение здоровья нас и наших детей. Не знаю. Не могу точно ответить. Конечно, мы идем за продуктами. Нам нужен хлеб. Мы идем за хлебом. А почему считаете важным соблюдать? Ну как, чтобы не заболеть, и людей не заразить, и самим не заболеть. Мы идем, вот больше никого нет рядом с нами. Ну, потому что президент сказал, надо выполнять указы президента. Конечно, конечно. Вы что? Мы... И построже. Да, и построже, а то очень много. Ой. А для чего? Почему? Для своего здоровья. Для своего и окружающих, друг друга, чтобы не заражать. У нас еще внуки есть. Да. Ну, вот, так что мы и за них есть. Боимся, и за себя. Надо, значит, надо. Ни в коем случае. Особенно для людей пожилого возраста и очень молодого. Движение – это жизнь. А сидишь и болеешь. Самоизоляции? Ну, да, я думаю, что стоит придерживаться самоизоляции. Учитывая нынешнюю ситуацию, то
необходимо. Вся страна, как говорится, находится, а мы чем хуже, как говорится, или лучше.